Приветствую, друзья! Давно не было выпусков у нас от канала Серебро Ваня, и мы начинаем это лето и начинаем работу. Новинок приехало много, лотов куплено тоже много, и, соответственно, скоро будет много выпусков. Сегодня у нас на обзоре вторая монета из серии «Добродетели королевы». Монетка красивая, интересная, сама по себе серия очень неплохая, перспектива у нее хорошая. Монет таких будет в серии 7. Это вторая монета в серии. Смотрится хорошо. Стилистика монет одинаковая. Единственный нехороший момент. Непонятно, какой тираж. Вроде бы чеканят их не ограничено. Но посмотрим, что будет по итогу. Первая монета хорошо себя зарекомендовала. Много было спроса на нее. Соответственно, ожидается неплохой спрос и на вторую монету в этой серии. По поводу оплаты и отправки в Россию. Значит, в России возобновлена торговля, и кого интересует, могут оплачивать и заказывать монеты на Россию. Появилась возможность выводить русские рубли, поэтому, соответственно, у нас возобновляется работа. Еще раз посмотрите на монету. Связаться со мной для покупки можно по ссылкам ниже или в описании к этому YouTube видео. А с вами был Анатолий из Праги, канал Серебро Мания. Ставьте лайки, оставляйте сообщения и подписывайтесь на наш канал.